Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня у нас в работе очередные 650-ки. Про вот эту я вам уже рассказывал. Здесь у нас в процессе. Для начала мы перебрали редуктор, заменили в нем все сальники, подшипники. Очень капитально его отмыли, привели в порядок. Осталось только лишь заменить. Вот тут вот еще сальник в крышке. И установить крышку на новую прокладку. Сальник вот у нас подготовлен. Собственно, дальше будем разбирать пластик, смотреть шестерни, смотреть сайлентблоки, вернее, менять сайлентблоки. И еще тут целый, в общем-то, список работ. Вот это вот 650-ка, я про нее недавно снимал обзор, у нее 17 тысяч пробега, она только приехала из Японии, вообще очень хорошая мопедка. Но, к сожалению, она уехала от нас, проехала буквально 100 километров, и у нее ручьем потекла помпа. Вот, сейчас она вернулась к нам, и мы перебираем помпу. Я так понимаю, что проблема в старости, потому что сальник помпы... Где-то вот он был, который масляный. Вот я без особого труда умудрился его сломать. То есть он превратился в пластик. Старость берет свое. Тут у нас какие-то текущие мопеды приезжают, уезжают. В общем и целом, работа, как всегда, кипит. Вот, что-то мы сегодня отдали, что-то приняли в работу. Хочу рассказать вот о чем. Мне сегодня звонил один человек, про мопед которого я не очень давно снимал видео. И мопед у него, ну, откровенно убитый, прямо скажем, очень сильно убитый. Может, кто-то догадается, может, нет, это не важно абсолютно. Вот. Но меня поражает то, как себя люди порой ведут по-свински. Меня просто, честно говоря, очень сильно задело такое поведение. Особенно при том, что я, ну, уже достаточно много лет стараюсь выстраивать отношения только с той клиентской аудиторией, с которой мне комфортно работать. Человек привез скутер свой, ну, в самом начале еще, когда мы с ним только познакомились, со словами там типа «блин, помогите, не знаю, что делать, куда везти». Куда бежать, вариатор не работает, там все. А мы ему как бы, ну, пошли ему навстречу максимально аккуратно, продиагностировали его, то есть не было цели как бы там содрать много денег или что-то еще. Была цель помочь человеку, у меня всегда такая цель. Есть цель сделать нормально. Он еще такой, да, надо вариатор разобрать, и это посмотреть. Ну, на словах все всегда так красиво, классно. А на деле получилось то, что мы разобрали пластик, разобрались там, что проблема, возможно, в датчике, поменяли датчик, вариатор заработал. То, что он весь собран через жопу и весь мопед хрен знает какой, ну, как бы я ему все это честно рассказал, объяснил. Как бы человек очень сильно расстроился, мы поменяли на нем ГРМ. Он попросил меня сэкономить, потому что сказал, что денег у него нет. Я запарился искать на складе, но нашел ему хорошую цепь бэушную. Как бы мы сделали, ну, нормально ГРМ, ну, скажем так, по принципу разумной достаточности, потому что вот глядя на этот мопед, как бы, ну, ничего хорошего. Я реально, ну, сэкономил ему денег, при том, что этот ремонт будет ездить. И будет ездить он достаточно хорошо. И вот тут вот мне прилетело за то, что я сэкономил чужие деньги. Вот как только я пытаюсь сэкономить чужие деньги, мне сразу откуда-то прилетает. Человек очень сильно расстроился, что у него мопед такой весь мертвый, и решил его по-быстренькому продать. Еще со мной советовался, пытался мне плакаться по телефону, как-то позвонил мне, 40 минут мы с ним трындели на тему того, что же ему взять. Вот, он безумно был такой расстроенный, в панике весь такой, просто ужас. Прошло время, он его быстренько кому-то впарил. И вчера мне писал его новый владелец со словами типа, вот вы знаете, я купил скутер,
хотел бы к вам его пригнать, типа сделать его полностью для себя и хорошо, но как бы ситуация такая, что я нашел про него видео и скинул мне ссылку. Я ему говорю: друг мой, там все печально. Тебя уж извини, но немного обманули, по всей видимости. Вот, он очень расстроился. Ну, я рассказал ему поподробнее, что произошло. Я не считаю это какой-то тайной. И вот вы знаете, я стараюсь особо сильно не показывать номера клиентских мопедов. Ну, иногда их все равно можно узнать по каким-то признакам. Где-то какой-нибудь глушитель особенный, где-то какие-нибудь амортизаторы, где-нибудь что-нибудь еще. Ну, то есть, если прям целенаправленно искать, ну, наверное, найти можно. Ну, я думаю, что в общем объеме информации вряд ли кто-то просто этим будет заниматься. И в общем и целом я могу показывать номера, но я не делаю это именно для того, чтобы не было конфликтных ситуаций. Хотя, будь моя воля, я бы каждый плохой мопед показывал с подробностями, чтобы все знали, какой он, и не вздумали его покупать. Вот, тут уж, к сожалению, все сурово. Но тут есть палка о двух концах, типа как сборка на продажу. Вот вы знаете, у меня была одна 650-ка в истории, которую я 4 разным владельцам 6 раз подряд собирал на продажу. Вот, последний, короче, дважды просил меня собрать ее на продажу, и после последнего раза куда-то пропал. Вот, честно говоря, я так больше делать не хочу. Вот она одна была такая, поставила рекорд. И сейчас я в основном стараюсь людям предлагать какие-то нормальные ремонты, которые хотя бы походят какое-то продолжительное время. Потому что одно время это был очень популярный запрос, задешево сделать так, чтобы, грубо говоря, он доехал до постановки на учет следующим владельцам. Так действительно люди просили, и я действительно так делал. И если честно, со временем, с повышением уровня, мне захотелось отказываться от таких работ, потому что... Ну, обычно они, конечно, не говорят, где делали, но все равно это может влечь за собой какую-то такую дурную славу. Я все-таки стараюсь делать максимально качественно, хорошо, ну и недешево, уж извините. То есть я считаю этот принцип максимально рациональным, потому что, как там говорится, радость от низкой цены длится гораздо меньше, чем разочарование от плохого качества. Вот, поэтому лучше заплатить, но для того, чтобы было сделано хорошо. Вот. И на самом деле получается такой закон, что чем больше человек потратил денег, тем больше он ценит то, что ему сделали. А если он понимает, что сэкономил, то он уже может автоматически обесценить труд другого человека у себя даже банально в подсознании. В России очень плохо ценится труд людей. И реально, если смотреть на бизнес-модель мотосервиса, то заработать получается только на запчастях. Потому что сам по себе сервис, если платить аренду там, механикам и так далее, приносит только убытки. Вот. Прибыль на мотосервисе, она практически невозможна. С автосервисом там чуть-чуть другие принципы работают. Но, по сути, нужно понимать, что абсолютно все сервисы, авто, мото, и причем это уже много лет так, это давно всем известно, это не является секретом. Они живут только на двух вещах. Либо на откровенном обмане потребителя, либо на продаже запчастей. Новых, бэушных, без разницы. Но основное, на чем зарабатывают люди, это на продаже запчастей, потому что если ты платишь аренду, то... Примерно половина денег, которые ты берешь за работу, обычно уходит на аренду, а половина механику. И ничего не остается даже на амортизацию оборудования. Вот в чем вся проблема. В общем, по итогу, получается, что новый владелец скутера после беседы со мной, очевидно, позвонил старому владельцу скутера, явно высказал ему какие-то не очень радостные слова. Ну, а тот позвонил мне, в общем-то, с наездом, что типа срочно удали видео, потому что ты испортил репутацию мопеду,
ну неужели он такой плохой, да быть такого не может. Короче, я внезапно из ангела-спасителя, который сэкономил человеку денег, максимально вошел в положение и максимально дал ему жизненных советов, бесплатно поделился с ним опытом, внезапно для него я превратился во врага, который содрал с него кучу денег. Он мне тут сидел, плакался, что денег у него нет. Внезапно промелькнула в разговоре такая фраза, что «да у меня деньги есть, туда-сюда, а ты такой плохой». Короче, я порекомендовал ему тогда даже эвакуатор, который может привести профессионала, который занимается мотоперевозками. Его не устроил ценник, и он привез мопед сам, с каким-то там своим другом на фургоне, который в жизни не возил мотоциклы. И мне пришлось опять бежать, доставать свой трап, рулить этим вопросом, потому что люди откровенно неопытные, и я за это тоже не взял никаких денег, хотя, по идее, надо было бы, потому что реально доставляют люди, которые экономят там а-ля пару-тройку тысяч, а в конечном итоге что-нибудь ломают при разгрузке, погрузке. Ну, то есть это откровенно... Ну, честно говоря, экономия на спичках. Вот когда начинают вот таким вот образом привозить ко мне технику, это, по идее, уже повод, что, может, надо отказать. Вот. То есть человек мне упомянул в разговоре, что я впаривал какую-то дорогую эвакуацию. Я с этой эвакуацией не получаю ни копейки. Я просто много лет дружу с человеком, который занимается перевозками и который может организовать перевозку, за которую мне не будет стыдно. Если она будет стоить дороже, чем у других... Мне пофигу. Клиент вправе выбирать. Вот. Лишь бы меня не касались эти вопросы, потому что мне не хочется тратить на них время. Оно у меня очень дорогое. Если я сам начну заниматься перевозками, они будут стоить еще в несколько раз дороже. Вот. То есть, и мне важно, чтобы человек, которого я порекомендовал, выполнил услугу качественно и, не дай бог, ничего там не поцарапал, не испортил и так далее. То есть деньги берутся же не только за время, затраченное на перевозку, а за то, насколько качественно мотоцикл закрепили, насколько аккуратно его закатили, выкатили. То есть человек своего рода несет за него ответственность. Кому насрать на состояние техники, он, ну, пытается на этом экономить. Как бы у меня есть свой фургон, свой мотоэвакуатор. Я могу заниматься перевозками, но я этого зачастую сам просто не делаю, потому что у меня нет на это времени. То есть я держу фургон просто потому, что это удобная машина. Иногда можно закинуть свой мотоцикл. И потому что я занимаюсь моторазборкой, иногда езжу и покупаю мотоциклы. Собственно, только поэтому. Мотоэвакуацией я не занимаюсь уже достаточно давно. Я в свое время попробовал и понял, что это абсолютно пустая трата времени, если тебе совсем заняться нечем. То есть это тупая работа водителем, но еще и с достаточно приличной ответственностью. Вот, поэтому я для себя этот вопрос закрыт. Вот. По итогу этой беседы, короче, я плохой, ну и окей, как бы. Очень рад, что отсеялся очередной клиент, который со мной говорит, что называется, на разных языках, и, собственно, мне будет легче, что хорошо, что он проявил себя вот так, а не в какой-то более острой ситуации. То есть больше просто я не буду с ним дружить. Так или иначе, за сезон я отказываюсь от 10-15 клиентов, с которыми я не нахожу общий язык. Я считаю эту практику нормальной. То есть я не вкладываю в это особо никакого негатива. Это иногда интересно пообсуждать, иногда это поинтересно обсуждать с коллегами, иногда даже с какими-то клиентами. Вот. Сама по себе ситуация не несет в себе ничего такого. Вот, потому что всем нравится, я не могу. Я не 100-долларовая купюра. Я достаточно педантичен, достаточно своеобразен и не так уж прост в общении, как некоторые люди. То есть, если меня хоть чем-то задеть, там осознанно, неосознанно, со мной очень легко испортить отношения. И принцип, что я не держусь за отношения, с которыми мне некомфортно, мне очень сильно помогает в жизни. Вам тоже рекомендую, особенно, когда вы работаете в сфере услуг каких-либо. Хотя лично меня оскорбляет, когда кто-то говорит, что я работаю в сфере услуг. Я занимаюсь творческой, как я считаю, работой, в которой очень много индивидуальности,
и много очень интересных частных случаев. И никакой сферы услуг я свою работу не считаю. Я своего рода художник. Художника обидеть легко, как я уже, по-моему, когда-то говорил. Вот. Но, тем не менее, если найти общий язык, то можно получить самый лучший сервис. Или один из самых лучших. Поэтому делайте свои выводы сами. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. А еще нажми колокольчик и подпишись на уведомления о новых видео. Всем пока!